Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы находитесь на моем канале «Как сделать так, чтобы деньги были всегда». Я создаю источники пассивного дохода для себя и помогаю в этом людям. Что такое пассивный доход? Это деньги, которые идут к нам непосредственно, когда мы уже не работаем. Ведь у каждого из нас наступит время, когда мы не сможем больше работать. На что мы будем жить? На пенсию? Но она очень маленькая. Я поставил перед собой цель создать источники пассивного дохода в 500 тысяч рублей. Как я это собираюсь сделать? Вы узнаете на моем канале. Как сделать так, чтобы деньги были всегда? Я ищу варианты для инвестирования в различные области. Ну, в основном это фондовый рынок, это может быть реальный бизнес. Я долго занимался реальным бизнесом, поэтому у меня есть огромный опыт. И именно этим я сейчас занимаюсь. Ну, что я могу сказать? В данный момент у меня уже есть пассивный доход в размере, ну, где-то 100 тысяч рублей в месяц. То есть я уже 1/5 часть пути прошел. Но это показывает о том, что я иду в правильном направлении, мой доход постоянно увеличивается. Поэтому смотрите, наблюдайте. И до встречи. Подпишитесь на мой канал «Как сделать так, чтобы деньги были всегда». Вы видите сейчас кнопочку «Подписаться на канал». Подпишитесь, не забудьте поставить колокольчик. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.